И сегодня у нас вопрос-ответ. Первый вопрос тебе, Ярослава. Что будет, если съесть 3 ложки соли? Язык будет соленый. Второй вопрос. Почему снеговиков всегда делают круглыми? А это потому, что они треугольные снеговики, треугольные снеговики некрасивые, а круглые капельку красивенькие. Кто такой президент? Президент команды нашей Украины. Говорит что-то и исполняют. А кто исполняет? Люди. А зачем придумали любовь? Любовь. Это когда человек видит красивую женщину и влюбляется в нее и свадьба. Ничего себе! А кто такой Человек-паук? Человек-паук спасает мир, мама! От кого он его спасает? От каких-то монстров. А правда, что светловолосым девочкам живется веселей? Правда. Потому что я же светлая. Тебе живется весело? Да. А как ты веселишься? В бассейне. А на дискотеке ты ходишь? Да. Да? Нет. Я еще никогда не танцевала на дискотеке. Чего больше боятся тараканы? Света или человека с тапком? Как ты думаешь? Вообще они ничего не боятся. Тараканы не боятся ничего. Угу. Хорошо. А почему собака бегает? Почему собака бегает? По земле. Молодец. Какими должны быть родители? Какими должны быть родители? Хорошими. Веселыми, удивительными, классными. А от чего плавает утка? От чего плавает утка? Она плавает от того, что она любит ходить. Она плавает от того, что она плавает от того, что жуть ее. Не знаю. Что будет, если зеленый платок бросить в Красное море? Он намочится. Молодец. Кто такие рокеры? Что это они делают? Прыгают рокеры? Не, они танцуют. Еще играют на гитаре. Я бы хотела влюбиться в рокера. Ну ты даешь. Зачем мы едим? Для того, чтобы набираться силы. Когда лошадь покупают, какая она бывает? Какая она бывает? Мокрая. Что можно увидеть с закрытыми глазами? Сон. Что такое пенсия? Пенсия? Пенсия для взрослых бабушек. А для дедушек? И для дедушек. Но если они не такие уж старые. Кто такой видеоблогер? Я видеоблогер. Почему дети любят баловаться? Почему дети любят баловаться? Дети никогда не балуются. Дети никогда не балуются? Вообще? Вообще. И ты никогда не балуешься? Нет. Честно? Честно. Честно-причестно? Честно-причестно. Никогда-никогда? Никогда-никогда, ну. Что такое пимпочка?
Не знаю. Пимпочка — это что, такой жучок летающий, у которого светится вот тут вот светится. Давайте скажу, что это. Что? Это мелкая деталь. Деталь. Кто такая красотуля? Это модница. Она уже тебе губы пшикается, как я. Что такое обнимашки? Обнимашки? Это когда люди хотят обниматься друг с другом. Кем бы ты хотела стать, когда вырастешь? Ветеринаром. А кто такой ветеринар? Это тот, кто следит за животными и лечит них. Ветеринар. Ребята, задавайте мне под этим видео вопросы, а я в следующем видео на них отвечу. Постарайтесь ответить. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.